Здравствуйте, дорогие зрители! В продолжении разбора пост-шоу проекта «Холостяк. Как выйти замуж». Уметь бороться со своими страхами нужно, но, как права Джессика, которая возмущалась по поводу жестокого эксперимента, нельзя терапевтировать человека насильно. Не все на свете психология, иногда просто математическая статистика. Дальше обгаживали Юлю за возвращение, а Джессика говорила, что это унизительно проситься назад, хотя у нее самой была ситуация, когда она возвращалась к бывшему. Но я думаю, в ситуации Джессики, скорее всего, это он просился к ней, он же был виноват. Я думаю так, если уж возвращаешь девушку, то будь любезен, иди с ней до конца. Но очень часто человек возвращает бывшего просто для того, чтобы убедиться, а правильно ли я сделала, что расстался. Я думаю, с Юлей такая же участь, к сожалению. А вы мне напишите в комментариях, какая участница холостяка нравится вам больше всего.